ты боже! Красотуля. А сколько от него? Ей, девочка. Покажите немножечко. Что, как вы во время беременности? И что вообще снимает? Что мы с тобой едим? Все, мы едим Coral Beauty Shake ванильный на водичке. Мы едим лицетин, едим, пьем коралловую воду, пьем воду со шпицой. Мы про сами все рассказывали. Да. Вот, противите. Но пока не даем, но вот начнем сейчас уже. Так что, вот. Флорена, люцерна. Люцерна мама ест. Молоко было. Да. Молозиво, да, тоже? Спасибо, вот Молозиво. Молозиво, обязательно. Кстати, самый незаменимый продукт – это жиры. Вот есть у кого жиры, это и… Это на что? Куда? Это все, заменяет все кремы, все присыпки, все абсолютно… И от растяжек? Один единственный жир, больше ничего не надо. Это ребенка, а если ребенка. Для себя? Вот эти вот растяжек нужно кушать противить очень важно. Противите? А жирема заменяет все вот эти, есть мази, которые трещинки, которые ранки защищают женщине после рождения ребенка. Вот грудь, вот и ребенку все вот эти вот апрелы. Один единственный жирем, больше вообще ничего не надо. Не надо покупать вот эти все, много-много всего. Во время беременности интоксикация была? Начинался токсикоз, я сравниваю две, то есть первая беременность была без клуба.